Вот. Салам алейкум. Вот икра появилась, да, черная. Черная настоящая икра появилась на рынке. На рынке, на Алайском базаре, но это называется Елисеевская, да? Вот открылось вот такое. Но недавно открылось, да? Да, 2 недели назад. Только 2 недели назад. А сколько вот такая банка вот этой стоит? 7 миллионов. 7 миллионов стоит вот такая. Магазин Рыбный местечко. А, вот магазин вот так называется. В общем, большая стоит. Сколько грамм здесь? 7 миллионов. 500. А маленькая вот здесь сколько? 250 граммов. 250 граммовая. А откуда эта икра-то вообще, как понять? Плохо. Не знаете, где ее делают-то? Ну, главное, настоящее, да? Чтобы... Настоящее, просто да. Я... Из России, да? Просто Россия. Я не вижу это, кажется, без очков. В общем, выбор большой. Это я покажу своим друзьям, да? Если они захотят, то мы... Так, это стоит... Сколько сказали? 7 миллионов. 7? 500 грамм. 7 миллионов. 250 грамм. 3 миллиона 500. Угу. 50 грамм. 700 тысяч. Вот это 700 тысяч, да? Да. Вот маленькая на пробу. Кто хочет, можно 700 тысяч. Что сейчас как-то резкость... Неправильно показываю здесь. Все, Рахмат, спасибо, все поняли. Никто еще об этом не знает, сейчас все узнают, а все сюда прибегут и скупят всю вашу икру российскую. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо.